Оперативная обстановка на 48-й день. Война в Украине. Карта боевых действий Deep State. Начались 48-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Идет полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения Белгородской и Воронежских областях, а также перебазирование авиации, воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ с Украиной. Российские оккупанты, пренебрегая нормы международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожских и Херсонских областях оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде. На Волынском и Полесском направлении противник действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделения врага на указанных направлениях не зафиксированы. На Северском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений 41-й общей войсковой армии Центрального военного округа. На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харьков. В районе города Изюм враг ведет боевые действиями силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения. На Донецком и Таврическом направлении противник ведет боевые действия, удерживает определенные рубежи из состава Южного военного округа. Силами из состава Южного военного округа перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины. Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под полный контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление на населенный пункт Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области. На Южно-Бугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит восполнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник
не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области. В акватории Черного и Азовских морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи. По изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения. На территории Донецкой и Луганских областей нашими защитниками за минувшие сутки отбиты 6 атак врага. Уничтожены 4 танка, 5 единиц бронированной техники, 26 единиц автомобильной техники и 8 единиц артиллерийских систем противникам. Вооруженные силы Украины за предыдущие сутки поразили 7 воздушных целей, 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата противникам.